Снаружи может баба, но... О, блин. Я приехала на жопе. Почему это видео висело у меня в рекомендованных? Без понятия. Может быть, потому что я люблю играть в ужастики? Хотя, нет. При виде ужастиков я обычно прячусь, как маленькая девочка под кровать. Это не для меня. Почему? Почему? Что за ФНАФ? Что за ФНАФ? Что за нах? Я никогда в это не играл и не буду, наверное, играть. Хотя, чем черт не шутит, может быть, в будущем когда-нибудь я поиграю. Ой, блин, здорово всем, чуваки! С вами ваш старина Изи Хантер. Я сейчас нахожусь в пещерке, прям в пещерке. И вижу здесь... где? Вон он, хвостик-то торчит, спрятался маленький. Корфиш! 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 Смотрите, как это делать. Прямо издалека я в него промахиваюсь, сука. Давай еще раз. Ну, твою мать, ты гребаный динозавр, а? Ну, давай, ползи сюда. Сейчас, смотрите. Опа! Он куда-то в кучу залез, в камни просто уже испугался. Головой туда нырнул просто. Вкидывай все в легкое оружие. Аннушка, подожди, подожди. Постой. Постоял бы хоть поберег свои ягодицы. Ёлки-палки, они еще пригодятся, тем более нам. Да, они станут больше, и щит из твоих ягодиц будет большой. Вот ты сволочь, как ты подобрался? Он же обычно прям в углу здесь сидит. 8. И еще раз 8. Вот теперь тебе будет очень плохо, а мне хорошо. Вот это, блин, извращенец ты, чертов, а. Хорошо ему будет сейчас. Боже, неужели тебя тянет на скорпионов, а? Раз пошла такая пьянка, режь последний ананас, сказал Лумумба. Ананас! Да, еще двоих сняли. И наверное, еще даже хвостик. Куда мне их столько? Я еще солить буду эти хвосты, блин. Вот этот тварь, он даже не смотрит на меня. Я ему прямо сейчас сзади под хвост прямому масленка залуплю. Держи. Она! Вот теперь тебе будет очень плохо, а мне хорошо. Зачем ты это делаешь, а? Почему ты меня предаешь и... променял меня на каких-то раз скорпионов. Чертов сучий извращенец. Давай. О, красавчик, Аннушка. Ай-я, бляха-муха, как... Да ну нафиг! А, Ян, ты сдох? Нет, сука! Ян, раненый. Блядь, что с ним такое? Он выглядит раненым. У него... У него уверенная расслабленная стойка опытного бойца. У Яна, блядь, расслабленная стойка уверенного бойца. Опытного бойца, какая в жопу у него стойка? Он же лежит нахрен. Или то, что сейчас в горизонтальном положении, это и есть его реальная стойка уверенного бойца. Значит, вот каким стойком он тренируется. За что ж тебя взяли тогда служить в Shady Sands, блин? За твою стойку лежать в горизонтальном положении, раскорячив ноги, блин? О, да-да-да-да-да-да. Я спасу тебя. Ты, главное, не шевелись. Ну только попробуй повторить это. Попробуй только. Да не надо, я лучше не рыпайся. Твою мать, тупой ты, дебил, блядь, гнидё. Аннушка, ты в порядке? О, боже мой. О, он выжил. Надо его подлечить. Ананананананас. Туннель идет такой прямой, прямой. Тут раз и такой, опа, такой. А вылупляется вот так вот. А, вот она прям, прям так и напрашивается на то, что что-то с ней нужно сделать. А сюда можно принести динамит и взорвать к ебеням вот эту вот стену. Ха-ха, вот такой у меня коварный план. Весь наш городок благодарить тебя за уничтожение рад скорпионов. Спасибо тебе. Противоядие. Но на самом-то деле это кетчуп. Я же вижу, что бутылочка-то из-под Хайнца. Ёпте, Хайнц, самый острый, самый вкусный кетчуп. И сейчас я этим кетчупом угощу мужика. Смотрите, ему сейчас станет сразу легче. Я знаю, что тебе поможет, парень. Тебе поможет порция кетчупа. Просто открой свой ротик, открой, цыпонька. Сейчас я кое-что сделаю с твоим ротиком. Открой ротик и закрой глазки. Иди сюда, закрой глаза. Рот открой. Теперь я расстегну ширинку. Кетчупа ему в пасть. Опа! Ух ты! Как освежает, бодрит-то! Ох, как чили!